Сегодня нас ждет состязание лучших из лучших. Мастера полета... Простите, виноват. А ты что тут забыл? Кыш! Докажут, что они готовы к перелету в южные края. Ну ладно, я смогу. Вперед! Ману их почти догнал. Жалко птичку. Он еще учится. Ману нужно не отставать от других, если он хочет попасть на юг. Но я делаю все, что в моих силах. Тебе никогда не познать путь чайки. Ты собрался идти в школу для чаек? Я же чайка. Ага, так мы и поверили. Ты мелкий, щуплый, крылья заостренные. Ты стрижь. Но я вырос с чайками. Откуда ты здесь? Мы можем его воспитать. Посмотри, какой он слабенький. Летим с нами. Может, в другой раз. Да не бойся, догоняй. Невероятно. Мы летаем все вместе, стаей. Это как серфинг, только в воздухе. Настоящее волшебство. За мной, парни! Стрижи держится своей стороны горы. Что ты предлагаешь? Он твой сын. Я сказал, ему здесь делать нечего. Но мы же семья. Мне всегда не нравилось, что среди нас стриж. Прекратите. Подумаешь, кем не бывает. Верь в себя, Ману. Отстаньте от него! Мы птичий дозор! Следим за порядком! Надвигается буря! А чайки собрались лететь на юг! Вы не можете лететь! Тебе откуда знать? Стрижиное чутье! Мы можем показывать им путь! А мы пойдем! Наше будущее в наших руках! Птичий дозор. Улетные истории. Я!